А какое будущее у Никанора Толстых, Владимир Владимирович? Кто это такой? Это мальчик, который вас поправил в центре океана. По поводу чего? Ну, вы оговорились, вы упомянули, сказали, семилетняя война вместо северной. Он вас поправил. Абсолютно естественная ситуация. Не представляете, какая началась буча. Просто будущее этого мальчика чуть ли не на волоске подвисло. Там не как он смел президенту. Серьезно говоря? Я, честно говоря, даже не знаю об этом ничего. Большая новость последних 48 часов. Интернет гудит. Да бог с вами, да. Но поскольку я занимался здесь вот вопросами текущей работы и готовился к сегодняшнему мероприятию, проводил другие, я, честно говоря, даже не обратил на это внимания, и поэтому я так не готов как бы... То есть вас точно не задело, нормально мальчик поступил? Ну, почему меня это должно задеть? Наоборот, меня это только может порадовать. Молодые ребята, они хорошо знают историю Отечества. Прекрасно, я только рад.